На несколько часов в просторном торгово-развлекательного центра «Акварель» стал площадкой для проведения дня открытых дверей Московского государственного института культуры. Профориентационное мероприятие организовали в рамках года педагога и наставника. Жители округа могли познакомиться с деятельностью, историей и традициями МГИКа, его факультетами, а также пообщаться со студентами. Наш вуз с большими традициями, и начинали мы, конечно, с библиотечных кадров. То есть мы готовили и готовим библиотечные кадры для всей страны. Мы готовим кадры для дворцов культуры, домов культуры. То есть все площадки в Москве, в Подмосковье, все доступны нашим студентам. Они на них проходят практику. В любой театр, в любой музей мы направляем наших студентов, они проходят практику. На дне открытых дверей организовали ярмарку профессий факультета государственной культурной политики. Заинтересовавшимся вручали буклеты и знакомились с кафедрами и специальностями института. И хотелось сегодня абитуриентам будущим Пушкинского округа рассказать о самом интересном, а это социокультурная деятельность. Современная социокультурная деятельность – это многогранное явление, в котором имеется мощный ресурс для консолидации российского общества, формирования российской идентичности, повышения качества жизни и роста человеческого капитала. Вторая часть мероприятия – концертная информационная программа под названием «ГИК. Путь профессионалов». Знакомство с институтом проходило в интерактивной форме. Собравшимся рассказали историю МГИКа. На сегодняшний день там обучается более 5000 студентов. Кроме того, говорили и о студенческой жизни. Рассказ сопровождался выступлениями самих студентов института. Евгения Коломиец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.